Всем приятной жизни, с вами психиатр, мы продолжаем играть героев меча и магии 5. Так, ну и как я помню, у нас четвертая миссия на очереди, поехали, ее начнем. Архипелаг, теперь когда Сайри стала надежно защищена армией и учениками ПДНа, последнему ничто не мешает отправиться на остров Туманного Дракона. Встретиться с Тиэром, чтобы узнать об опасности, угрожающей всему миру. Так, что нам тут предлагают? 10 танцующих со смертью, 8 мастеров лука и 4 неулучшенных друида. Наверное, я возьму 8 мастеров лука. Мне кажется, это очень даже неплохо. Туман сизый и воды бескрайние укрывают Тиэру дом, артефакты эльфов, древние жрецы. Что-то как-то чатик не сказано. Ну давай. Так, нам здесь предлагают два пути. Это на корабль и это в подземелье. Ну что ж, наверное, нужно идти в подземелье сначала. Хотя я не знаю, правильно ли это путь. Так, а вот нам будет присоединяться. Да, смотрите-ка, замечательно. Давайте посмотрим, какая у нас армия. Армия не сказать так, чтобы прям сильно... Была хорошей, но нормально. Нормальненько. Не все так плохо, а какое-то заклинание было. Уклонение. Понятно. Так, недельку я вам скажу, не играл я в героев. Так что, возможно, буду немножечко тупить. Но обычно для героев неделя это вообще ничтожно. Так, я не знаю, понадобится нам тут бабло. Скорее всего, замка у нас не будет. Но давайте все равно его возьмем. Вот. Так. Ой, что-то залагало. Идет сохранение. Так, походу нет соперника. Я не знаю, что нам здесь вообще надо сделать. Найти Тиэру, ФДН должен вышить, собрать древние артефакты. Ну, я думаю, мы будем собирать все артефакты. Вот на этой карте. Скорее, это такой некий лабиринт. Блин, а я даже не поглядел. У нас не было потери. Так, тут у нас стоят вампиры. А тут у нас стоят наши. Естественно, вампиры. Наших союзников. Так, скелетон, да? Прямо печально. Так. Ты мы тут прям ушли, так, смотрите. Блин, я хочу сначала закончить. Вот тут все. Что тут? Пика? Я хочу. Так, без потерь. Так, естественно, все бабушки собирать. Так, освещалось. Так, давайте посидим. Дык-дык. Дык-дык, давайте посидим. Ты, а вот тут вот какая-то шляпка. А ну-ка. Так. Макс. Бесполезно, самое заклинание. Блин, тут тоже выход. Ну ладно, пойдем сначала сюда сходим. Ой, тут что-то как-то больно. Так, ладно, если чёрта сохранение у нас есть. Ух ты, без потерь нас катали, но их там было всего 5. Блин, а вот было, конечно, да. Ну ладно, давайте все равно попробуем. Ух ты, и тут без потерь надо же. Вот так неожиданность. Так,
Так. Ага, вот и денежки. Пригодились. Так, вот тут есть. Как у нас уровни? Ну, можно, в принципе, взять. Чтобы не возвращаться сюда еще раз. Так, отлично, бесплатно нам повышают уровень. Так, дарующий защиту. Уклонение каменной кожи, я думаю, мы возьмем искусственную магию света. Кстати, сюда я не зашел. Так, что тут было? Понятно. Пойдемте дальше по дорожке. Тут какие-то скатались. Так, а что у нас? А, ну давайте купим. Чем мы это сделали? Так, ну повторим, нам надо. У нас все равно нет. Так, а вот потерь я бы не хотел здесь увидеть. Мне кажется, мы так смогли раскатать. Двух титанов смогли, неужели этих тварей не сможем? Хотя да, крепкий, но того уже вынесли, то осталось. Будем отталкиваться от такого. Так, что у нас есть? Что у нас нет? Блин, вообще не надо. Вон, давай. Четыре, семь. В принципе, всех больше. По семь. Неплохо уже будет. Блин, прикольные они какие-то. Такие звуки. Так, ну давай сюда. Так, так сколько он сидит. А если ты ударишь молнию? О, нормально. Вот, красавчик. Так. Все замечательно, 1472 опыта нам дают. Так, и вот мы встречаем еще одно подземелье. Кстати, очень хорошее здание. Очень хорошо, что мы все-таки брали деньги. Так, не знаю, хватит нам на всех. Вроде бы хватило. Так, давайте соединим, наверное, да? Так, этих вот я, наверное, разделю пополам. Как-то так. Так, ну давайте сюда поставлять. Так, и по-прежнему брать золото, как видим, оно нам пригодилось. Так, что такое? Вы, наверное, там присоединитесь, да? Так, вот тут все улучшенные пошли. Чуть не зря. Грейдили. Так. Ой, нет, там был какой-то. Хотя нет. Или да. Выход. Ой, блин, нахрена это? Ладно. Так. Так, так, так. Принять, естественно. Так, что? Так, ну, всех видите, раскатываем. Так, часовня. Часовня — это хорошо.
станет еще лучше. Блин. Да, вот, конечно, практически конец недели. Кстати, вот сейчас уже низкая опасность. Не очень низкая, а просто низкая. Но, тем не менее, все без потерь у нас получается выносить наших врагов. Так, Что, поехали. Так, зомбаки стоят. Хорошо. Так, естественно, мы берем неправедный. Следующее ускорение. Ух ты ж, ё, смотрите-ка. 6500 или 6900 опыта. Бля, чё это за сундук такой интересный? Блин, как сказать. А, ладно. Чувствую, погубит меня эта жалость. Но, блин, 7000 опыта в сундучке — это просто must-have. Хотя, конечно, 6000 золота тоже мешало нам. Блин, а может теперь сейчас таких убить? Ну ладно, останется все равно покупать золото. Не знаю, что там за такой прикольный был сундук, но мне он очень понравился. Чара. Так, давайте. Ну, блин, ну как ты смог потерять? Тут же и все. Ну, опасность очень низкая. Чувак. Блин, хотя у них жизнь это как прокшас, я вам скажу. Давай. И инициативка у них так ничего. Так, вот эти поле кончики. Всех. Кстати, у нас герой будет. Давайте, наверное, так и сделаем. Отлично. Так, прямая стрела. Поэтому топим мы, наверное, сюда. Так, отлично. Ух ты, еще раз помню. Отлично. Блин, у нас баллисты. Так, пошел. Все, ребят, мы сильно сказали без потерь. Не знаю, как тут можно было кого-то вообще потерять. Но зато бывает, он сражается иногда лучше, чем мы. И я не понимаю, как он это делает. Так, еще 1000 денег нам дали. Так, тут без потерь. Сам без потерь. Ой, ну давайте возьмем. А, так это наш. Блин, я что-то уж забыл. Что они наши? Блин, ну феечки. Ой, не, погодите. Чего же мы вот так сделать? Точно, что это? Не знаю, что у нас тут драконы. Так, вот мы опять вот зимние, да? Так, этих нам не надо. Понятно, зачем мы тут вообще поставили. Кстати, вот тоже такой непонятный какой-то сундук. Наверное, я тут возьму. Ой, лукарин. И как получилось. Так, кончились ходы.
Геркулесик возьмем. Так. Чтобы ничего не пропустить. Привело нас к выходу. Ну пойдем, сходим. Да ну ёпта, как вы умудрились потерять одного-то? Хотя я знаю, как он феечками просто вперед вылетел. Ой, они еще один стак. Вообще замечательно. Так, ну здесь заклинание. Так понимаю, твоя тоже ваша. 59. Так. Что так, что так? Так, а ну-ка. Тут я есть. Ускорение вообще. Ну-ка давай. 40% инициативы. О, нормально они начали. Хрен знает, когда ходят. Блин, вот это не нравится. Вот не нравится, как сделано. Система боя в седьмой части. Я немножечко с ней знаком. Вот, сам в нее не играл, делал обзор. Вот, как там разделены чисто по ходам. Мне не нравится. Блин, давайте, наверное, защиту. Так, бесконечно. Вот я четко отделил раз, вот там два, вот. Вот немножечко по-другому. Никогда не пользовался. Сопоставить. Эх, вообще. Удачное место. Блин, они еще ни разу не сходили, вот только подвиги не знаю. Я еще отталкивающие стрелы действуют. Но половины их уже нет. Коняшка добьет. Ну чё, ребят, замечательно. Я не знаю, как мне потерять феечек. Вообще, извините. Так, оставлю. Так, конечно. Конец недели, как обычно. Она пришла. Блин, вот эти вот гады опасные.
замечательно, что они убегают. Не хотелось. Нет, что ж так мало? Горит, горит. Так, пойдем денег. Ох ты. Става. Давайте. Эх, не хочется терять, да. Вперед, наверное, заставлять. Подряд. Давайте попробуем вообще покорение отправить ситуацию. Эх, ничего не понимаю. 8. Мрази. Это лучше, чем бычки. Да, конечно. Какого? Ну да ладно, сейчас мы наймем кого-то. Блин, ну еще тут осталось. Ну не. Единорога, вот единорога я вам не отдам, ребята. Уж извините. Кого-кого, но не единорога. Так, а кончик недалеко. Пойдем купить. Так, давайте сюда. Ба, так и знал. Ладно. Бьем дракона. Ой, я теперь до наших печек долетаю. Твою мать. Правит общее ускорение. Эх, плохо, справа. А ну-ка, может, сагнем дерево. Дерево. Эх. Но это лучше, чем один генерал. Ладно. Ой, а чё мы всех не можем? Блин, ну давайте вот этих будем. Круче. Так, это принимается. Возвращаться обратно. Ладно, ребята, я думаю, на этом выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие. Получайте удовольствие от жизни. С вами был Психиатр.